Внимание! Пристегните ремни. Вас ждет путешествие во времени. Век номер 20. Наша версия. Год 1982. Смерть Брежнева. 17 лет назад скончался Леонид Ильич Брежнев. Он правил СССР 18 лет, поставив своеобразный рекорд. Генеральным секретарем ЦК КПСС избирается Юрий Владимирович Андропов. Фолклендские острова. 17 лет назад Аргентина попыталась вернуть себе эти острова, являющиеся колонией Великобритании. За 3 месяца вооруженного конфликта в Атлантике Великобритания решила вопрос в свою пользу. Виртуозы Москвы. 17 лет назад знаменитый советский скрипач Владимир Спиваков создал струнный ансамбль «Виртуозы Москвы». Уже с первых выступлений виртуозы покорили мир. Попасть на их концерты практически невозможно. Андрей Тарковский. 17 лет назад знаменитый режиссер покинул СССР. Через 2 года его лишили гражданства. В советском периоде остались «Иваново детство», «Рублев», «Зеркало». За рубежом Тарковский создал «Ностальгию» и «Жертвоприношение». Майкл Джексон. Пел уже с малолетства. О нем заговорили всерьез, когда 17 лет назад фирма Epic выпустила альбом Джексона «Триллер», ставший самым раскупаемым в истории поп-музыки. Более 40 миллионов экземпляров. Кубик Рубика. 17 лет назад по нему уже сходил с ума весь мир. Маленький разноцветный кубик, где из хаоса создается порядок, Эрне Рубик придумал за 7 лет до того. В СССР кубик Рубика был жутким дефицитом. Наша версия. Год 1982.